Вопреки негативным прогнозам, опасениям журналистов, экспертов отрасли, мы видим увеличение спроса на российскую промышленную технику. За первый квартал реализация техники «Четра» выросла на 38%. Спрос на технику «Четра» до конца 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Увеличение спроса прежде всего связано с сокращением поставок техники иностранных производителей. Особенно ярко это выражено в технике тяжелого класса 35-40. За счет перераспределения производственного плана мы стараемся максимально удовлетворить потребности всех конечных потребителей поставкой техники в 2022 году.